Там Виталий Потабаев после очень сложный, довольно победный пас. Что было в конце? Ты сейчас переходил этот мяч? Ребята атаковали последнего, как бы они не просили играть. Ну, соответственно, мы тоже играли на втором. Не надо шутать. Инстинкт убийца, да? Что скажешь по игре в целом? Ну, с этим у нас было несколько новых игроков. Вот, длинная скамейка, я думаю, сказался рост, сказалась большая ротация. Остальные игроки в целом тоже неплохо выглядят, поэтому мне кажется, наверное, победа. Должна на сколько вы выиграли? Мы выиграли 5 игр, по-моему, вместе с нами выиграли. Ну, с победой можно поздравить. Что у вас случилось? Ну, как мне видится, у нас на площадке был Лёха и 4 игрока, которые обычно игроки ротации, и они не проявляли результатов. И в зоне защиты мяч не двигал, у нас 5 или 6 атак подряд, и еще раз один добавили. Как только мы идем в замену, мы, в принципе, остановили. То есть просто было неудачное сочетание, да? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Мне кажется, он смотрел на сейчас наверняка и что-то там писал, скорее всего. Значит, ничего. Согласен. Стараться Wizards, но став не самый оптимальный. Ну, правда, у Дюк тоже звезд неба не хватает, там тоже отсутствуют люди, нету ни Воскребенцева, ни... Потабаев, Воскребенцев. Отличная передача, врывается он 4-й номер. Сейчас не видел его за Дюк, наверное, не так давно он дебютировал за эту команду. Да, не так давно, это сегодня. Дебют сегодня 4-го номера Дюка, Дмитрия Балужицева. И дебют успешно. Здоровый парень. И вот они сегодня дебютируют за Дюк. Нашел Дюк двух таких больших. Данилова и под 4-м номером Балужицева. Да, Пархоменко. Таладзе. Ну и Пархоменко. На горшок от Воскребенцева. Скидка на Пустобаева, Виталий в углу один, опасно, опасно. У Дюка, прям пока что, да, гигантобова Дюка, если мы берем Драгунова, достаточно крупный сейчас состав на паркете. Синих дьявол. Быстрый отрыв, Чуталодзе, какая передача прошла, интересная по геометрии. И с полом доносит Пархоменко. Реализует первым номером, но он пока еще не выходил на паркет. А, вот как раз он на паркете, да, 21 номер, все правильно. Вот он дебютирует сегодня в ВБЛ, так что хватает новичков и у Дюка, и у вас. Воскребенцев со средней будет заряжать, не забивает. Читаладзе на подборе, пытается убежать, быстрый отрыв. Георгий от... Много дебютов сегодня, очень много дебютов. Комментировал только что матч, где дебютировал сразу 6 человек дебютировало за две команды. Ну вот, и здесь тоже хватает, у вас на сегодня два новых игрока, плюс еще один, который проводит второй матч, потому что если у новичка считают, то получается 3 новичка, и у Дюка... Фол внизу, Моисеев свалил. Ух, оставили одного 4-го номера Дюка, должен... Отлично, подъехал, да, вся скамейка, там человек 5, да, пускай и нету Кузнецова. Ну, Качков вообще приезжает, поэтому, наверное, Качков можно не считать за потерю. Это такой джокер, который приезжает. Ну и Курносов подобрал мяч. Ващинкин устремляется в раннее нападение своей команды. Скидка на Пархоменко. Пархоменко на первом шаге уходит. Вернул мяч Ващинкин, но и Павел в любой атаке. Так, ну пока что Дюк неплохо гоняет мяч по дубе. В зону пока не так часто входит. Но вот сейчас вот Воскребенцев решил пройти. Хорошая постраховка. Имеет такие исполинские габариты, наверное, не обязательно забивать очки, главное перекрывать краску собственную и выиграть щит. Очки будет больше бомб. Неудачный флотер от Воскребенцева. Ващинкин. Командное взаимодействие в атаке наладилось, и остальные игроки команды тоже начинают набирать очки. Перехват, здорово, как Тележников перехватил. Тележников забивает.
начинает ранее нападение своей команды, Тележников не забивает, прощает. А вот Плащенкин тоже прощает, как не забивает, Павел, свободный бросок. Но с третьей попытки ранее нападение своей команды является, раз за разом двигая мяч, быстрые отрывы. И сейчас перехват от Тележникова, где тайм-аут от Синих Дьяволов? Вернул мяч Георгию. Хорошее открывание. Оу, Данилов, будь здоров, банка. Так, не проходит передача на Семенова. Сразу же разыграли. Хорош. И Семенов забивает. Так, пас, молодец, Пастабаев. Нашел это открывание. Да что ж такое? Смирной не забил, обязан был Евгений забивать. Сработала вышкинская связка. Два игрока высшей школы экономики. Синицын на подборе. Да, двадцатку накинули в первый, ноль во второй. Я такого еще не видел. Я видел, когда бывает ноль в первый. Ноль в первый, двадцать во второй. Все потеряно. Есть еще Виталий Пастабаев. Не стоит недооценивать сердце чемпиона Виталия Пастабаева. Правда, он не был чемпионом ВБЛ. Он был чемпионом высшей школы. Новиков, Лаваев. Ну, короче, Нокова не хватает. Но сегодня роль лидера Пархоменко взял. Плюс Ващенкин стабилен. Так, забивается. Так, Козлов. Каким образом? Так, габариты. Дюк не выигрывает подбор. Огромные, имея огромные габариты. Они бросают три. Безудушно бросают три. Зачем было такое мусорство состав сыграть, чтобы трешки бросать? Непонятно. Ну вот сейчас... Читаладзе. Не доработали против Фурносова, но там был рядом. Вот ребята спокойненько, очень спокойно. Спокойненько, очень спокойненько заблокировал бросок соперника. Заслон от Пустобаева, со средней будет заряжать, со средней все хорошо. Первый штрафной, Алексей. Гладких. Семенов на первом шаге уходит, он потеяло. Находит дальше Тележникова, хорош Тележников. Так, что там продолжается? Атака затяжная, удюбка какая-то. Скребенцев на трешке. Уходит от Гладких, находит контакт с фалом. Заряжает с фалом. Куницын меняет он Драгунова. Только... Это что за коктейль? А, понятно. Так, трешка от... Он начинает выигрывать чит Дюк. Наконец-то использует свое преимущество в росте. Полужицев это был. Тоже большой парень. Воскребен. Пархоменко с мясом не забил. На подборе сейчас очень сложный бросок взял на себя Семенов и забил. Не побоял. Никакого, к сожалению. Семенов на перехвате, однако там Воскребенцев его преследует, но Семенов уверенно реализует элегантный фингер-ролл. Старался Семенов. Ты чё позоришь? А, два штрафа. Впрочем, первый. Конечно, не успел бы он, блядь, зачем было его трогать? Том, скорее больше на вы, чем на ты, но тем не менее, все-таки обычно там хотя бы там 4-5 трехочков, они за игру забивают. А сегодня вообще не полетел от слова совсем, ничего не забил ваш там. Тяжело, конечно, приходится. Данила, проходит передача, Фатеев заносит. Ребенцев, жесткий пас, не знаю, на кого это была передача, я не знаю. И ранее нападение от Вашина, Тележников. Но там Данилов рядом. И с фалом. Не смог Данилов. Логисан пошел под кольцо. Не забил ближнюю душку. Попал. Отличная передача в ранее нападение. На третьего Читаладзе. Ващенкин. Не знаю. Не знаю. Ну, Педик. Как говорится, горячую картошку словил. Так, у нас сейчас с мячом Драгунов. Синицын. Снова Драгунов. Проход дальше до Воскребенцева. Виталий Пустобаев. Так, придумал передачу в угол на Драгунова. Хороший перевод. Воскребенцев. Пятая треха.
Пустобая в быстром отрыве. Главное, без неспортивных обойтись. Хорошая какой защита. Семенов, такая умница. Не забивает важный Пустобая. Но Бог любит. Че он, Каспер, что ли? Каспер проведение? Алды здесь. Алды здесь, да. Первый штрафной зарабатывает. Догадался, Дарьев Каспарайтес. Ну, да, ну да, он не только Тавгайм был, но защитник был хороший. Да. Так, Пустобаев, тречка! Штрафные будут мазать игроки, да. А если не будут мазать, я бы не сказал. 20-30 практически тратится. Ну да, да, с грязным рением, да. Трёх трёху Лощинкин на подборе Читаладзе. Как там успевают статистики считать все это непонятное непотребство? Так, трёша очковый, Латихо! Чем ответит Пустобаев? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, чуть потери не закончилось. Шестой трехочковый. Воскребенцев мажет. Забивает Воскребенцев первый штрафной. Ну, как говорится, со стороны виднее, да, мы собрались в тактике. Ну, да, не, да. Игра уже сделана. Пустобаев фармит статистику. 62-55, Дюк забирает сумасшедшую концовку этого матча. Пустобаев, ну... Дай-ка это карта.